Всем привет! Война против Санада Мару или кто? Ну, в общем, ребята, это топ из топов, потому что вот тут вообще все беры. Шесть подряд побед мы сделали. Просто у нас было две победы, две поражения. Две победы, две поражения. А тут мы пришли, короче, вот такая картина. Ну, вы кого бьете-то хоть? Ну, тоже Фрея. А, вот Кунхин есть. Ну, Кунхин тоже не слабо. Ну, ладно, вот Моро один есть. Кстати, с диспелом. Поэтому эти бабы должны попроще заходить. Че, кого бы взяли бы вы на первую волну? Что-то они, смотрите, диван наставили. Еще и на разлиме. 1700 здоровья. Чем ее убивать-то? Ужас. Ладно, сейчас включусь. Первый соперник, ребят, вот такой. 4 четверки у меня сила атаки. Цифра хорошая. Фиол виднеется. Желтый не виднеется. Так, что можно? Закомбить, наверное, можно, да, сразу? Давайте сделаем так, потому что... Ну да, нормально, потому что у нас есть гримбл поесть. Чем мы там собрали? Трешку? Еще закомбить? Давайте еще закомбим. Смотри, как много камней идет. Так, диспел сейчас будет, да? Давайте одну нам хватает как раз. Че, мы убьем сейчас ее? Да ни хрена ты закомбила-то, конечно. Вот чем хороша тварь эта. Она закомбила, и все, и у нас камней нет. Делай, что хочешь. Но этого надо заряжать. Фиол я буду пододвигать вот так. Промахнись. Молодец. Красавец. Так, ниндзя решил психануть, но я вот так вот добью, наверное, пока срезана броня. Так, они стрелба решили бить. Так они сейчас Ригарда убьют. Я их знаю. Нет, они этого убили. Жуки, а. Колорадские. Так, что можно было... Хэлла заблочить, наверное. Давайте вот здесь заблочим, вот так соберем в него камни. Контратака. Эту мы же добьем. Чтобы она нас не тюкала. Даже не добили. А вот так добьем. Ну тут нормально идем. Так вот фиолом добью. Заблочу и в него покидаю пока. Заблоченный стоит. Ну идеально ко мне тьма. Так, так. Все, готов. Так, что ж, продолжаем войну. Для вас секунда, для меня почти сутки. 29-й войска по центру, да? Ну, взял хила побольше. И ударная моя тройка, чтобы прошибала, конечно, дай бог. Камней хотя бы синих с пула бы. Или красных хотя бы с пула. Ни тех, ни других. Ну что, зеленый по центру, да? Что мы тут еще можем... Больше ничего не можем. Так вот. Угу. Такс. Троечка синяя, да? Вот может как-нибудь по-другому крутануть. Либо желтый вот хочу скинуть, троечка синяя уйдет. Красный чуть-чуть приподнимется. Так, это мало, конечно. Ну, это, мне кажется, самый интересный ход. Еще троечка есть синяя.
пятилетку. Я так буду собирать. О, еще троечка синяя, прикиньте. Собралась. Надеюсь, собралась. Раз. Ну, надо еще зарядить, да? Да, еще зарядила, прикиньте. Так, сколько миньоны? 200, 500 и плюс своих. Фрида не убьет. А у этой стойкость, смотри, как гадины. Вот фиаско-то, а. 300, 400, 500, 600 у нее по центру. А, подожди, мало. Один хп всего у миньона остался. 300, поэтому заяц убьет. А надо ли мне? Нет, я вот просто фиол хочу взорвать, прокинуть. Я прокину фиол, короче. Просто я так бы зарядил, получается. Всех на свете. Блин, ну они все на свете и зарядились одновременно. Все зарядились. Это похоронка, ребят. Самое главное, диспел-то будет сейчас. А потом они все дружно сходят. Не хватило ударной мощи и прохилиться я не успел почему-то. По срезанной броне-то вообще не этот. Не камильфо получилось. Херну она вжарила. Блин, капец, все сходили. Все, она добивает. Хотя я и зарядился, но что-то я не то где-то сделал. Один клык что-то живехонек стоит. Броню то, что не срезали. Херна миньоны погрызли, видели, нет? Вот так вот. Три хила и не прохилились мы, короче. Жесть. Идем добивать. Уже, короче, я печален, если честно. Так, синих можно этого зарядить, магний. Капец, мы ее, по-моему, зарядили, а не магний. Ну, вот так аккуратно. Придется на нее целую улиту потратить. Чтоб она тут нам не портила настроение. Так, давайте в пустоту. Куда? Да без разницы, куда. Так, ударили, давай взорвем. Миньона сняла. Еще в пустоту прокинем. Надо, чтобы они по отдельности сходили, а то хана, я, смотрите-ка, я на нее вообще не рассчитывал. Тысячу у нее. Так, прохилились. Хана, держи, привет. От Гензеля. Ариэлька. А чем убить-то этого? Кстати, в пустоту можно зарядить было. Ладно, так магний добьет. Так, раз. Хана ходит в этот раз первая. Ну, тут добиваем. Так, прохилились. Давайте взорвем. Обидно, непонятно, что закомбило то, что я второй раз зарядила из-за этого. Не смог я пробить. Да и срезка брони не легла, получается. Кстати, две срезки брони не легло, ни та, ни другая, я так понял, да? Это
ошибка получается, надо было тот край пробовать сносить. Там уклонение тоже увернулось бы. Че, я сколько тут буду ковырять-то еще? Че ж ты в этот раз так слабо бьешь? Печаль, беда, ребят. Идем дальше. 4800, ребят, и тапок моих быстрых лещей должен зайти на очень на дисплейщей войне. Хотя Клариса, блин, плохо здесь. Тайминг надо попадать. Но барашка зато диспелится. Так, тройка есть, фиола. Мне надо еще одну. Поэтому лучше бы сразу подумать, где еще взять. Баран заряжается с 4 и потом еще 3. Вот можно фиолу подвинуть, да. Сформировать там 3. Ерунда получается. Надо, короче, 4 делать и смотреть, где фиол придет еще. Пока нигде не пришел. Просто печаль может быть в том, что я сейчас буду один фиолетовый камень искать 2 дня. И это очень похоже на это. Не угадал где-то. Где-то одну маленькую ошибку сделал, все, фиол смотреть не соединить. 3 камня надо. Да, соединить нереально. Желтый можно собрать и кинуть. А что они мне дадут? Синий кристалл. Да фиол не собирается. Блин, не собирается фиол. Морду взрываю. Разъезжается. Иди угадай, где он, 1 камень. Там внизу может 1 фиол прийти. Точно. Фу, ты разгадал я эту загадку тысячелетия, блин. Так, теперь вопрос, как кого убить. 811. 1622. Смотрите, у нее ровно чуть больше половины. Ядом, если травану, у нее будет меньше половины. Она умрет. Короче, грызем вот так. Психанул, да? Здесь сносим, и у меня этот... Вдруг не снесем, давайте... Нет, так-то снесем стопудово. А, я посчитал хреново, ребята. Вот щитовод. Тогда травим. Теперь вот так желтыми я туда. Их жалко не критануло, конечно. А должно было. Так, сколько? 150, у нее 170, не умрет. Здесь умрет. Значит, так делаем. Здесь соберем 2, убьем его. Соберем кристалл все-таки. О, фиол пришел в пустоту. Блин, ну красиво я, конечно, камни нашел. Так, запиливаем. Под угол 350. Оп-оп. Сколько? 133. Ну, давайте вот так желтые и 1 камнем еще ударим. Да. Держи. Прокинем, тут уже не страшно. Разобрали. Тапок возвращаются в свою былую силу. Ой. Готово. Следующий, ребят. Хватит ли мне здесь мощи? Может не хватить. Фронтин диспелит, конечно, хорошо, но меня могут вшатать. Атаку подрезать.
Да пошлите, короче. Блин, долго опять. А я, короче, пересобрал. Моноцвет зеленый, ребят, собрал. Рамона. Ютуб какой-то. Бил, не бил меня, гляну, кстати. Моноцвет, ребят, сейчас я буду разносить. Так, ну у меня есть Эвелин зарядится пораньше. Давайте вот тут четверку поищем. Да, есть одна четверка. Есть вторая четверка. Все, я весь зарядился. Так, блин, подрежет немножко. Кто тут страшен? Да никто не страшен. Так бьем. $850 она дала. Давайте добьем, чтобы камни в пустоту летели. Так, наверное, я прохилюсь. Так, прокину побольше. Мощь камней добавляется в моноцвете. Ну и, конечно, ну вот срезочки нету. Поэтому мы бы не убили за 2 ульты. А за 3 ульты-то убьем. Вот так просто в моноцвете. Камни есть, вообще не думаешь. Так, блин, сложный бой предстоит. Очень сложный, я бы сказал. Потому что диспел... Идем, ребят. Такс. Главное не перемудрить. Джуну надо 7 камней. Ну, желательно-то, конечно, зарядить обоих. Давайте вот так прокинем. Почти зарядили ее, да? Четверку можно красную взять. Марьяна будет заряжена. А мы уже четверку взяли, да, получается? Желтую тройку. Блин, такая зеленая колбаса полетит в эту. Если четверку желтую взять. Не сильно хочется. Блин, ну самое идеальное, я не знаю, а тут все-таки взять это. Ё-моё, закомбило, взорвалось опять все. Еще и 2 раза взорвалось. Жесть, короче, какая. Фух. Чё тут, я не знаю. Чё убивать-то тут? Нечего убивать-то, ребята. А ну вот так желтыми аккуратно. Так. На, диспелит, кстати, да? Гадина такая. Подхил мне, надо было ее сейчас заряжать. Тупанул. А нет, там все равно бы. Ну да, надо было сейчас заряжать, чтобы она била. Ошибочка роковая. Опять.
Ну, тут вот так надо ударить. По этому краю пойдем, так скажем. Сколько это? 7-6. Мили его жарит. .440 поделить на 5. Типа считаем. Ну тут фиолы еще полетят. Давайте джуном попробуем ударить. Почти убили, смотрите. 30-ка. Уже лучше. Ну, давайте вот так ударим. Блин, он вот диспелит будет, это, конечно, не очень хочется. Ну, давайте вот так прокину. Подхилюсь, подожгу. Пустоту вот так скину аккуратно. Сгорело, да. Так, вот еще в пустоту настрою. Вовремя вообще красиво. Мы еще под хил включим пошаговый. Еще фиолетовых зарядим. Кристалл красный. Нам как раз надо взрываться. Ну, чтобы они обе били сейчас. Да. У нас защита. Хилим мы это все дело. Спокойненько. Спокойненько. К пятому шоту идем. Так. Красный заряжу еще раз. По этой ударю. И под хил включу. Блин, не в ту сторону фил скинул. Все, и дотикивайте потихоньку. Ну, желтых зарядили, добьем сейчас, да? Раз. Два. И взорвались. Клонение, понятно. Напоследочек. Промазала, джун работает даже. Иногда. Забрали. Ну почему 5 самый сильный тапок проиграл? Объясните мне в этой игре, почему так? Ну брал ребят самых толстых по 53 очка хотя бы, чтобы набить сколько-то. Поэтому я как пятишотник выше некроманта опять. Хитрость была в этом, потому что 6-й шот не идет, так я думаю очками хотя бы заберу. Очки, кстати, ребят, формируются не от силы 4800 или 4900, а от максимального количества здоровья в команде. Тут вот 50 очей всего дают. А то я в раз смотрю 4600, а очей дают гораздо больше, чем 4860. То есть человек М-ки все в здоровье вставлял. Поэтому за него больше дают. Ладно, сейчас результат прикреплю. Размотали, короче, ребята, нас 6400 мы только наколотили. Ну, это наш минимум, мы обычно его 6400 делаем. Ну, хотелось бы побольше, конечно. 6 побед подряд прервалось. Ну, правильно, мы в топ попали, в жестокий. Что-то тут в конце у ребят совсем в мясину развалились. На третьем месте среди своих. Печаль, беда. 6 шотов нет. Вот это подвал, вот этот максимум, что я когда-либо видел. Да, я... Ну, ребята, у вас не зашла война, видать. Натали там же сидит. Господи. Глава наша, ты чё хоть? Смотрите, какое решето оставили. С пулемета расстреляли. Ладно, поддержите лайком, ребят. Вам удачи. Пока-пока.